Всем привет! Сегодня в Сочи казиной курорт. Начинается главный турнир серии «Евразийский покерный тур». Гостей на серии так много, что решено было сделать дополнительный стартовый день в главном событии. Именно сегодня проходит этот незапланированный день, и к первому уровню уже 70 входов. Приезжает очень много новых людей, очень много игроков, которые прошли сателлиты на покер-дом. Все говорит о том, что гарантия в 160 тысяч условных единиц будет побита как минимум в 2 раза. Я сначала, на самом деле, переживал, что будет все хуже, в плане того, что когда узнал, что 23 стола, понимал, что народу будет 23 всего, тотал. И думал, что, знал, что будет много народу, и думал, что будут большие вейт-листы, и народ приехал, играть, будет недоволен, что сидят. И, вроде все более-менее, то есть всех сажают, и кэша много, и турниры, и все гарантии пробиваются, И составы такие, более-менее интересные. То есть, Сейчас сижу в раздаче. Я же позавчера один турнир выиграл уже. Вот, спасибо, да. Не знаю, сейчас только начало там. Да, очень мало столов. Это сейчас. А приехал я в начале серии. И что, я даже на кэш съесть не мог. Большие очереди по 40 человек. О, мне очень нравится. Мне нравятся паркетные полы. Мне нравятся туалеты, как на Западе. Все замечательно. Единственное, что немножко напрягает, это очень бдительность персонала. В Сочи вообще первый раз в жизни попал. Приехали с ребятами из Челябинска. 7-8 человек у нас десант. Он половина играет в кэш, половина в турниры. Сегодня даже один товарищ нас на финалочку вышел. Правда, шорт с теком. За него болеем, обменялись долями, поддерживаем друг друга. Планы на мейн-эвент. Будем играть, скорее всего, завтра, потому что сегодня хотим отметить успех Тимы. Катаем турниры, потом передохнуть, потом кэш, потом поспать 5 часов и опять бежать, потому что очень много событий, все хочется везде успеть. 4 дня осталось, так что большое вам спасибо, очень понравилось. Приедем к вам на Алтай. Привык к ливанскому покеру, но понял, что русский не уступает, а во многом превосходит. Да, потому что собрались, голодные да люди покера. Все хотят катать, ставить. Здесь? Я бы не сказал, что сильно. Люди отдыхают. Турниры хорошо, гарантии бьются, причем несколько раз. Весьма хорошо, и составы годятся. Турниры совсем не складываются, но зато немножко в кэш. Я победил, поэтому у меня положительное настроение. Неплохо. Я в RPT занял 5-е место, и сайд-эвенте за 250 первое поделили. Лимп с УТГ, дама 3 разномастная, кол 4 бета на 3-7 разномастные. И так каждый день, на каждом столе. Так что регулярам не советую приезжать в Сочи, только бизнесменам.
красиво сделали. Место очень хорошее. Горы, воздух. Отлично, я рад, что вы запустили эту серию, что теперь не так далеко, не надо ехать в другие страны, можно играть здесь, на родине. Классно. Только столов мало, по-моему, да, для аншлага такого? Вы, наверное, не ожидали, что такой аншлаг будет. Ну, место я приехал, мне понравилось сразу. Очень красиво. Маленькая Швейцария, я это назвал место. Казино шикарное. Вот, атмосфера классная, люди веселые, не напряженные, несмотря на то, что они играют на деньги. Ой, я катался на горных лыжах, мне очень понравилось, вот, и там коленочка болит, правда, но я выдержал, вот. Сейчас жду хорошую погоду, пойду снова покатаюсь. Хорошая трасса, чистый воздух, все хорошо. Да, красивые девушки. Ну, какие ожидания? Попасть на финальный стол хочу. А как думаете, сколько будет входов? Думаю, будет 920 входов. Будем мень тащить. В конце покерного турнира у нас будет вечеринка. Вот, я буду в качестве диджея, буду играть красивую, вкусную музыку. Кубка Сочи по покеру в рамках Eurasian Poker Tour 2017. Откуда вы? Расскажите о себе. С Нижнего Новгорода. Увлекаюсь немного покером, то есть это просто хобби. Выиграл сателлит на главное событие, приехал сюда. Успел прыгнуть во второй день этого турнира, турбо. И я знал, что я его выиграю, я сразу сказал. И выиграл его.